Столица Заполярья активно развивает не только зимние виды спорта. В Мурманске работает школа футбола, обучающая детей по методикам легендарного московского «Спартака». Подробности у Георгия Салиева. Школа «Спартак Юниор» появилась в наших краях не так давно, в октябре 2020 года. В общей сложности здесь обучается около 100 мальчишек. Каждый из них в будущем имеет шанс попасть в большой футбол. К примеру, 12-летний Тимофей, играющий нападающим, всем сердцем любит спорт, наслаждаясь адреналином, который дарит игра. Мне в футболе больше всего нравится, когда твоя команда забивает гол, и вы все радуетесь победе. Сама школа создана Академией футбольного клуба «Спартак». Каждый тренер имеет соответствующие сертификаты подготовки, а методики обучения согласованы с ветеранами спорта. Для самых перспективных игроков предусмотрены специальные стажировки в Москве и особые соревнования, где ребята могут помериться силами с выходцами из других таких же школ. Во время тренировок большое внимание уделяют не только физподготовке, но и развитию личностных качеств юных футболистов. Выдержка, конечно, нужна в работе, потому что, сами понимаете, дети есть дети, как в футболе, так и в жизни. По словам специалистов школы, им несложно работать с самыми разными детьми, ведь приходят сюда только по-настоящему увлеченные ребята. Более того, здесь практикуется инклюзивный футбол. Для людей и детей с ограниченными возможностями футбол, чтобы показать, что сейчас нет таких ограничений, да, что все мы вместе, мы все одинаковые, нет различий там по разным причинам. То есть, на данный момент эта программа приостановлена по причине того, что у нас не хватает игрового времени, не хватает, так скажем, инфраструктуры спортивной в Мурманске. Однако переживать не стоит, ведь скоро школа переедет в более просторный комплекс, где места хватит всем. Ребята серьезно этим занимаются, то есть они, это очень серьезный подход, они выбрали то помещение, которое позволит именно спортсменам с ограничениями, с хорошим доступом, да, то есть с правильным расположением. Они подобрали тренеров, которые могут заниматься с такими людьми. Здесь же тоже не просто так, да, это же не просто тренер, который может объяснить ребенку. Тут надо знать особенности каждого человека. Хочется верить, что все планы школы сбудутся, и кто знает, но вполне возможно, что будущие звезды футбола будут именно нашими земляками.